Это диджей Vigilant. Я прохожу. Клэк Баркер. Проклятый. В прошлой серии я отрезал. Залезли сюда и идем туда. Похоже на лица. Мне кажется. Скорее всего, просто такие текстуры. Не, ну играть вот, вот я играю, мне интересно. Поверить не могу, что я еще жив. Надо выбираться с этого чертова острова. Ну ж вообще. Драпать. Добрался так быстро. Ладно, и что мы имеем? Мы сходили вообще туда, зачем это? Убили Лизбет. Хотели ее найти, а взяли и убили. Заперто! Одним монстром меньше, так сказать. Закрыто. Закрыто. А! Какой-то шум появился. А, вот. Нифига себе, там что? ППшку заварили. Заперто. Нужен ключ от... Кто-то следил за мной. Что? Там, в кустах. Вот это ни за какие деньги я тут не останусь. Следили. Все, все, ухожу. Чувак, там небезопасно. Ну ладно, давай разберемся. Кто с тобой тут следил? Никого? Еще два свободных слота, еще будет два оружия. Выбор оружия. Убейте его! Сюда! Немедленно! Он здесь! Тебе что? Ты будешь умирать долго, ирландец! Ну, второй такой ошибки я не допущу. Это было неожиданно. Я что-то расслабился. Кто-то следил за мной. Что? Там, в кустах. Ни я за сейчас... какие деньги я тут не останусь. Все, все, я ухожу. Надо звездюлей вот этим сейчас ставить, который... А, они же близко. Можно касаться. Убейте его! Сюда! Немедленно! Он здесь! Не ожидал. Это как я в первый раз. Последнее желание? Увидимся в аду. Санти, братья мои, незнакомца необходимо остановить. Будьте осторожны. Он мастер. Спасибо. Помните, что сказал восточный мудрец. Полководец искусен в нападении, когда его противник не знает, что защищать, и искусен в обороне, когда его противник не знает, что атаковать. Когда незнакомец будет мертв, жду вас в пиратской бухте. Амброзий.
Амброзий, тебе надо по заднице надавать, так сказать. Значит, наш враг Амброзий. Ключ, ага, ключ от кухни. В дом. Что у нас здесь? Кстати, это было закрыто здесь. Уже открыто. Надо посмотреть. Такая глупая. Надеюсь, мне за никто сейчас не спрахнет. Давай, быстрее, быстрее. Ой, даже мурашки по коже, как там глубоко. Кошмар. Это было неожиданно, признаюсь. Что внутри здания? Вы имеете в виду старую оранжерею? Да, вот эту. Туда уже 100 лет никто не заходил. Когда-то Бетта не обожала возиться с растениями. Начнем все заверить. Спасибо. Ну, спасибо, что открыли. Я сейчас проверю. Вам компанию не составить? Как хотите. У них растения вон с бодуна сошли. Пора было это сделать. Я наконец заставил Аарона замолчать. Больше он не будет не унижать меня и совать свой нос в мои дела. Словно гора с плеч упала. Ведь теперь я могу спокойно заниматься изысканиями в тишине дома наших предков. На память я взяла себе челюсть моего дорогого братца. Ой, зачем тебе челюсть? Сколько раз она изливала яд. Издевки, насмешки, презрения. Теперь ее власти надо... А, надо мной пришел конец. Об этом жалею. Похоже, он даже ничего толком не понял. Этот идиот так глубоко ушел в транс, что наверняка решил, что я ему привиделась. Кажется, я последний из ковенантов. От Аарна я избавилась. Про Иеремию не было ни слуха, ни духа с тех пор, как он ушел на войну. Тогда же лучше. Я осталась совершенно одна. Теперь я смогу завершить то, что было начато много лет назад на острове. Нам потребовалось больше 20 лет, чтобы принять нами же содеянное. И именно я доведу дело до конца и приму наследие нашего рода. Это написала Беттани. Сходи.
кстати, вы там в курсе, что у вас бешеные растения? Надо яда там выпускать. Я вас осведомил. Все. Ну, теперь я знаю, куда идти. Мы взяли ключ от кухни. Можно открыть дверь. Вот этого не было. Появилось, пока я не... Не открывается. Закрыто. Ну, зато птичку взяли. Что это? Эй, аккуратно. Уже не работает. Не знаю, правильно я иду. Ну хотя эта дверь была закрыта, а сейчас она открыта. Наверное, нам сюда. Ну, я так думаю. Закрыто. Нужен ключ. Ага, нужен ключ от мастерской. Запомним это место. Значит, ключ от мастерской. Сюда. Мне кажется, я сюда. Надо, наверное, вот сюда. Закрыто. Закрыто. Не открывается. Закрыто. Закрыто. Вы напугали меня. Я не думал, что в такой час кто-то еще бродит по дому. Расскажи мне об Амброзии. Амброзий? О нем здесь предпочитают не вспоминать. Что ты имеешь в виду? Ну, никто не говорит об этом прямо, но все слуги знают, что Амброзий убил своего отца. Разумеется, это семейная тайна. О ней не распространяются. Он убил Иосифа? Да. Даже городские власти знали про убийство, но не торопились принимать меры. Амброзий был слишком хорошо известен в округе. Все знали, что с ним лучше не связываться. Но есть один человек, с которым он свяжется. Это, наверное, я, так понимаю. Заперто. Ну, этот... Нужен ключ. Нужен ключ. От вдовьей башни. Так, запомним. Ключ от вдовьей башни, там где-то ключ от мастерской.
конечно же, они так и не арестовали его. Через несколько месяцев он внезапно объявился и заявил, что пришел за своей долей наследства. Он вломился в дом и забрал все, что хотел. А когда прибыла полиция, Амброзий бежал. Была погоня, и в итоге он бросился со скалы. Со скалы? Он даже ни секунды не колебался. И все думали, что он мертв, но... Но что? До нас постоянно доходили слухи о том, что Амброзия видели то тут, то там, в Америке, на Востоке, даже в Пруссии. Но никто не верил в то, что он действительно мог выжить, пока он не вернулся и не привел с собой этих дикарей. Возвращение блудного сына. Кажется, это все. Понятно. Надеюсь, я был вам полезен. Это да. О да, благодарю. Наверное, прочитаю записку и закончу на этом. Дворецкий поведал мне еще одну главу жуткого жизнеописания ковенантов. Семья, горожане, местные власти, все боялись Амброзия. Даже после того, как он исчез. Когда он в конце концов вернулся в особняк, за ним пришли констебли. Но он вырвался от них и бросился с высокой скалы в море. Его боялись, когда он был жив. Как же они боятся его призрака теперь, после самоубийства? Восставший из мертвых, похоже, паршивая овца вернула свое стадо. Понятно. Что ж, это был DJ Vigilant. Спасибо, кто смотрел. Большое.